Торжественное открытие отделения трансплантации и хирургии на базе областной больницы стало знаковым событием. Его с особым нетерпением ждали как пациенты, так и медики. Почетными гостями праздника стали заместитель председателя Брестского облсполкома Олег Величко, начальник регионального управления здравоохранения Виктор Михаловский, администрация учреждения. Вы действительно выросли до серьезного уровня. Сегодня областная Брестская больница, она, наверное, один из флагманов здравоохранения, в общем-то, в республике. Потому что я хорошо знаю и минские клиники. Поверьте, что вы, многие из них уже, в общем-то, опередили по своему профессионализму, по своим возможностям, по своему оснащению. Появление отделения позволило решить сразу несколько вопросов. Во-первых, условия пребывания пациентов теперь максимально приближены к международным стандартам. Во-вторых, медицинская помощь стала доступнее. Сегодня это самостоятельный комплекс, где будут оказываться услуги по адаптации и реабилитации. Обстоятельства сложились, что у нас появилась эта возможность, и мы в течение 4 месяцев, это, в общем-то, с моей точки зрения, не очень большие сроки, в течение 4 месяцев делали ремонт. Учитывая то, что мы в том числе занимаемся в основном в отделении трансплантации, хирургии, оказанием экспорта услуг, это тоже большое, значимое для нас дело. Брестская областная больница – ведущее учреждение здравоохранения региона. По итогам 2017 года постановлением Государственного комитета по стандартизации ему присвоено звание лучшего в оказании помощи взрослому и детскому населению. С обретением новых площадей стимула для дальнейшего развития станет только больше. У нас готовность есть определенная к тому, чтобы, назвать его или отделение, или центр, разницы большой нет. Самое главное, чем этот центр или отделение будет заниматься. Так вот, наше желание, и мы просматриваем это недалекой перспективе, что мы увеличим количество операций. С высококачественным интенсивным развитием трансплантологической службы в регионе появятся и новые перспективы ее развития на базе Брестской областной больницы. В планах внедрение реконструктивных, в том числе пластических оперативных вмешательств.